С 5 лет Бен Гиббон успел ввязаться в 723 разборки, драки и потасовки. И всякий раз Бобби получал по шапке. А потом он нашел любовь. Как ты хочешь умереть? Что тебе по душе? Знаешь, какой способ умереть, по-моему, самый крутой? Нападение акулы. У парня совсем крыша поехала. Я бы не пожелал его и врагу. Из поколения в поколение Радкарты управляли своей империей как преступной группировкой. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Да, папа? Я организовал за ней слежку, и оказалось, что вчера она провела ночь с Бенджамином Гиббоном. Многим это не понравится. Черт с ними. Твою мать! Предлагаю сделку. Решишь мою проблему, получишь руку моей дочери. Я давно в этом кровавом бизнесе. Я не доставлю вам хлопот. Ты такой сильный. За это я тебя и люблю. Так, начнем сначала. Меня зовут... Чего тебе? Я сваливаю из города, и ты едешь со мной. Там один добрый ангел торопился на небо. И парень, который открывает врата в рай, это месть. Он не отпустит нас. Я буду рядом. Как долго? Столько, сколько захочешь. Я хочу всегда. Они сделали выбор, и избежать последствий было уже невозможно. Ну а как ты хочешь умереть? Я хочу умереть в перестрелке. Как вы там, ребята? Смотрите в оба, может, кита увидите. А может, акулу. Как-то я поехал в одиночку, и она прихватила меня сзади. К счастью, хватануло слегка, а не всерьез. Вот он, адский риф. Добрались. Эй! Нападение акулы? Боже! Должна быть неподалеку. Люк! Нет! Вы не в курсе, где нужно искать, и шансов найти ничтожно мало. Но мы должны попытаться. Она может быть еще жива. Мы быстро погружаемся. Мы попали в течение. К утру будем в 80 километрах отсюда. Ты послал сигнал бедствия? Не уверен. Скоро прибудут спасатели. Нас несет на восток. Так что проще идти к берегу. Издеваешься? Есть получше идея. Так она еще рядом? Она еще здесь. И очень близко. Все быстро из воды! Пасти океана. Ты что тут делаешь, парень? Иду домой, сэр. А ты ничего не натворишь часом? Нет, что вы, клянусь. Держитесь крепче, друзья. Вновь, как и каждый год, 20 человек встанут вокруг автомобиля, держась за него одной рукой, и будут так стоять день и ночь. Тот, кто уберет руку последним, получит его абсолютно бесплатно. Ни звука. Ты ничего не видел. Мне нужна эта тачка. Разве ты не опасна? Люди стоят днем и ночью на изнуряющей жаре. Нет, это весело. Я не уберу руки с кузова. Отойди от машины! Убери свои руки! Вот черт! Просыпайся. Скоро уже сирена. Перерыв окончен. Ты ведь хочешь выиграть приз, да? Вам понравится, я вас уверяю. Правда, правда. Правда. Наш конкурс вот-вот преодолеет 40-часовую отметку. Но мы готовы ждать и дольше. В любое время обращайтесь к Джоан. Закрой свой рот!
I'll beat that thing till it's turning blue black. I'll have you bragging to your friends how you were fucking too bad. It's only me and the California king size. I have your mama asking why you selling bean pies. Better get my money, we still pimping the south, cause we're new. What they saying when they're shaking, baby? Меня зовут D-503. Я гражданин единого государства, города счастья и гармонии. Женщина. Кто она? Я ее раньше не видел. Что ей нужно? Поздравляю. У вас образовалась душа. Вы и есть кровь и плоть города под куполом. Эти красные платья и духи уничтожили миллиарды людей. Женщины сгубили планету? Страсти. Он врет вам. Государству 200 лет, а сколько мы знали благодетелей? Только одного. А вы слышали сказку древних? Про то, как первые люди потеряли свой разум. Инстинкты древних коварны. Они пробуждаются. Если дать им волю. Это любовь. Это то, что древние называли любовью. Прости меня, прости. Древний дом? Зачем мы здесь? Знай своего врага. Возлюби врагов твоих. А кто еще мог бы быть благодетелем? Может быть, вы? Давно ты строишь этот храм? Кто его строил, кто тебя? Кто такой в жизни, Франки? Я не знаю. Что бы ты хотела делать? Мне кажется, у тебя большой потенциал. Я бы снялся в твоем следующем ролике. Правда? Ага. Что, сейчас? Да, прямо сейчас. Йоу, спасибо, что смотрите это видео. Моя племянница обожает этих пустозвонов. Почему у меня такая балдежная жизнь? Они продвигают безделье как стиль жизни. Хэштег бассейн, хэштег коктейль, хэштег ананасовая жизнь. Зачем ты на меня подписался? Я такой, как все. Такой, как все. Боже. У вас талант. Вы хотите быть ребятами, которые сняли два видео, или хотите быть таким, как все? Это только начало. Люди пришли. О, боже! Самое главное, что мы все здесь! С ума сойти, как же это круто! Быть с телефоном или не быть? Я Чарльз Мелтон. Я здесь вместе с таким, как все. Тогда у нас тут телешоу. Плохая идея. Хорошая идея. Я люблю тебя такой, как все. Я чувствую, что мы на правильном пути. Мы выстрелим космически. Я вижу тебя насквозь. Правда? Не смею обижать. Обожаю это, Джейк. Готова ли ты показать миру себя настоящую? Он не тот, за кого себя выдает. Твой успех противоречит тому, что ты говоришь. Ты говоришь зрителям, что они тупые, потому что смотрят нас. Очнись, тебя затягивает. Ты так ревнуешь к нему. Верни этих зрителей, пока мы не потеряли остальных. Нет пророка в своем отечестве. Ты возглавишь революцию. Останови это. Это будет мощно.
Скажи, ты хоть раз говорил мне правду? Ненавижу себя. Я такой, как все. Снято. Это было здорово. От режиссера лауреата 3 премий Каннского кинофестиваля. Приз большого жюри Венецианского кинофестиваля. Основано на возможных последствиях реальных событий. Скоро. Стойте. Опустите пистолет. Фильм Мишеля Франко. Новый порядок. Смотрите в кино. У вас все не очень хорошо. У вас фактически нет сердца. Кончилось. Ты вообще чего хочешь? Попасть в ТикТок. Заня, шутишь? Он вообще шутить не умеет. Я знаю. Привет всем. Едем в Калининград. С вами еще пока живые Погорелов и Санек. Сейчас мы прокачаем чувство юмора Санька. Сань, быстро говори мне смешную рифму на слово «кобыла». Могила. Чикатило. Мне кажется, я безнадежен. Тебе не кажется? Мы ехали на машине. Мы ехали на русской машине. По русским дорогам. Ты хотя бы знаешь, что такое любовь? Любовь для малолеток, а у нас с тобой судьба. Сразу после концерта не умирайте только. Хорошо. А вы знаете, у меня от вашей рекламы вот такие мураши. Сервелат княжеский. Почувствуй запах наших побед.